На сессии Ренийского городского совета рассмотрен вопрос о предоставлении государственному предприятию Ренийский морской торговый порт налоговой льготы по оплате за землю. Нулевая ставка утверждена на календарный год, начиная с 1 августа. Это значит, что порт может сэкономить каждый месяц 1 миллион гривен земельного налога. Спасибо депутатам, освободили наш порт от сплаты податку за землю, полностью нулевая ставка. Мы знаем, в каком положении наш порт. Это уже долгов накопилось более 42 миллионов, это только по земле. Общий долг там за 100 миллионов, по-моему. Думаю, что руководство ГП порта все-таки включится в работу. Менеджмент должен работать. Уже на протяжении 4 последних лет порт накапливает долги. Дальше накапливать долги, ну, я не вижу, потому что мы его сами загоняем в угол. Для нас это градообразующее предприятие, хочется, чтобы оно работало, за него будем бороться, будем требовать. Мы немножко, как будем так говорить, и дали пряник, но извините, за каждую крошку этого пряника мы теперь будем требовать с руководства порта по полной. Город будет ставить кадровые вопросы? Да, я думаю, что мы будем конкретно кадровый вопрос, потому что слушать сказки это хорошо, но депутаты правильно сегодня говорили, что нам нужны конкретные действия. С инициативой установить для порта нулевую ставку выступил начальник Ренийского филиала администрации морских портов Украины Юрий Кононенко, который возглавляет совет порта. Что же это решение, в результате которого городская казна в ближайший календарный год недополучит 12 миллионов, даст нашему градообразующему предприятию? Оно даст старт тем процессам, которые должны реализовываться непосредственно внутри ГП «Порт». То есть люди должны понимать, что им сделали максимально хорошие условия с учетом их, конечно, долгов и экономической ситуации. И на это они должны реагировать и двигаться в том направлении, которое выводит предприятие из кризиса.